существует в мире. Правда, восхищение, восторг. Искренне, по-настоящему. Спасибо большое Илье Вербуху за такое прекрасное новогоднее настроение. Сказка «Алиса в стране чудес» – это просто что-то фантастическое. Илья, огромное спасибо. Мы с детьми получили море эмоций. На самом деле очень важно, что это шоу нравится детям. Что они не скучают, не смотрят по сторонам, не спрашивают, когда наконец закончится, а наоборот, в перерыве требования второго отделения. Огромное спасибо за эти эмоции. С наступающим Новым годом! Ну? Ура! Дорогие, я вас люблю, вы лучшие. С Новым годом!